В Бердске завершился межрегиональный турнир по боксу, посвященный памяти мастера спорта СССР Владимира Шипичука и мастера спорта международного класса Сергея Пушкарева. На ринге встретились сильнейшие боксеры. В турнире приняли участие 225 спортсменов из Новосибирской и Кемеровской областей Алтайского края Республики Алтай. Наши спортсмены показали достойную конкуренцию и взяли 5 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые медали.